Лиги чемпионов с легким эффектом дежавю. Ростов-Дон привез из Венгрии победу в первом матче. В этот же день командам предстоит сразиться в решающем поединке. Ростов-Дон-Ференцварош. Кто же выйдет на площадку Ласло Папа-Арены в Будапеште в числе четырех сильнейших команд Европы? На этот вопрос зрители получают уже в середине первого тайма. Кузнецова сравнивает счет, а Моногарова делает дубль ворота Ференцварыша. Мечты и надежды венгерок тают с каждым заброшенным мячом в свои ворота. Соперницы ошибаются, грубо играют, нарушают правила. А Луис Абни безошибочно исполняет 7-метровые броски. Мартин готовит для всех еще один подарок. Уже в первом тайме на площадке с улыбкой под громкие аплодисменты болельщиков появляется Анна Вяхерева. А уже спустя несколько минут гандболистка забивает свой первый гол. Просто тотального удовольствия, сидя на скамейке, будучи на площадке. Кайфовала быть так близко. Не думала, что мне это придется выйти. Но дико счастлива, что все-таки шанс такой выпал. И, в принципе, все сложилось хорошо. Рада тому, что нет никакого страха, не присутствует. Поэтому действительно одно удовольствие было сегодня. Лучшая защита, лучшие голкиперы у нас в команде. Поэтому я надеюсь, что мы продолжим в том же духе, потому что сегодня реально была стена. И главное, надо сохранить это вот на следующий матч, на остаток сезона. Во втором тайме подопечные Амбраса Мартина отрываются на площадке Дворца спорта в прямом смысле этого слова. А последние минуты матча зрители провожают стоя. We are really happy. Мы очень счастливы. We are really happy, but this happiness is not at all. We are happy to be in Budapest for the second time. We are happy because of the game, both game we play against a really good team who was in a very good shape in this last month. But we are not, of course, total happy because we lost one player today. The best congratulation is for our team, for our players, not only the one who played today, all of the players, young player included, and our fans. Наша команда одерживает вторую победу над Ференцварошем в четвертьфинале Лиги чемпионов. Ростов-Дон выходит в финал четырех главного клубного турнира Европы. Следующая остановка – Будапешт.